Что там у россиян? Давайте подсмотрим. Подсматривать нам поможет 24-й канал, український канал. Росія продовжує активно переписувати історію Київської Русі і привласнювати собі досягнення українських князів. Так сталося і з Володимиром Великим. Росія продовжує переписувати історію і забирати у нас нашого князя Володимира, тому що росіяни вирішили відмітити 1000 років з дня його смерті. Странно, но вот на этом же 24-м канале было сообщение за день до вот этой передачи о том, что в Гданьске был поставлен памятник Владимиру. Странно, а поляки у нас не воруют нашего Владимира? Ну это ж поляки. Ну и дальше идет подсчет денег россиян. Або ж 20 мільйонів доларів. Таку суму витратить Росія на святкування тисячоріччя з дня смерті князя Володимира. Святкування смерті триватимуть до завершення 2015 року. Подсчет там денег, скільки денег уйде на пам'ятник. Цікаво, що дата смерті князя Володимира – 28 липня. Але святкування розпочнуться вже 24 травня з концерту на Красній площі. На самом деле, определение празднования по отношению к Дню Смерти меня коробит тоже, и коробит немало. Но перед тем, как заглядывать, а что там у этих самых, у россиян, не худо бы посмотреть на себя. А точнее... Вот сайт президента Украины Петра Порошенко. Указ президента Украины 107/2015. Про вшанування пам'яті князя Київського Володимира Великого, творця середньовічної європейської держави Русі України. Ну, де Петр Олексійович пошутив, прогнувся в очередной раз, тому що про Русь Україну Володимир Великий вряд ли знав. Ось здесь вот я хотів би акцентувати внимание на одному аспекті. Проведение при участии представителей органов государственной власти, органов местного самоуправления, религиозных организаций и общественности торжеств по чествованию памяти князя Киевского Владимира Великого. Торжеств? И тут фишка в чем? 28 или 15 по разным календарям, это не только дата смерти князя Владимира, это еще и день крещения Руси. Вот так вот объединили, представляете? Религиозная информационная служба Украины. Кстати, вот здесь у них рекламка «Поддержим украинское войско». Видите? Интересная рекламка. Как это было в 2014 году? Сегодня в Украине проходит мероприятие по случаю Дня Крещения Киевской Руси и Дня Святого Владимира. А почему 28 июля? Нам забыли просто сообщить на 24-м канале, что в этот же день проходит празднование по случаю Дня Крещения Киевской Руси. Вот оно в чем дело. А ну-ка. Нынешнее празднование Дня Крещения знаковое, ведь проходит во время российской военной агрессии против Украины. Патриарх Филарет призвал представителей бла-бла-бла. Празднование? Второй сюжет этой же программы, вы не поверите, про Евровидение. Не попускает, до сих пор не попускает по поводу участия России в Евровидении, том самом Евровидении, в котором не участвовала Украина. Ну що ж, смотрим, там інтересний сюжет. Це переможець. А це переможена. Это победитель, а это побежденная, но если переводить дословно. И сейчас 24-й канал покажет, как победитель празднует победу и как побежденная относится к победе победителя. Це таке дурне запитання, але як ти себе почуваєш? Вибачте, але я не можу припинити плакати. Это невероятно, произносит она, но почему-то на 24-м канале этой фразы не переводят. Что невероятно? Невероятно то, что она проиграла, поэтому она рыдает? К чему это? Сейчас мы узнаем. Для этого нам стоит посмотреть момент, когда Кончита задает ей вопрос. Да. Но потом он вырвался. Сейчас у нас Италия, Швеция, говорю, они действительно дышат в затылок, они могут перегнать. Поэтому все-таки... Ой, Господи, честно.
Я не могу перестать плакать. Я уже настолько разволновалась. Я уже... Главное, чтобы эти слезы не были зря, потому что если перегонят, то это все это, блин, могут счесть за, не знаю. Так вот оно оказывается как. Вот где, оказывается, собачка порылась. На самом деле, в момент, когда представительница России плакала, она была на первом месте. Это не имеет никакого отношения к победе ее противника. Хотя он не был ей противником. И, в общем, я вот понять не могу. Какая вам разница, господа, да вот этой россиянки. Она честно приехала, нормально спела, прекрасно спела, у нее второе место. Просто фурор. Если бы не политические некоторые там мотивы отдельных, ну, да не будем об этом. В общем, хорошо спела, никого не оскорбила, никого не унизила, не произошло никакого скандала, потом обнялась с победителем. Ну, по-моему, настолько все чисто. К чему вот это вот постоянное злорадство? Что она вам сделала? В этой же передачке есть материал не только о памятнике. Вот памятник. Это же наш князь Владимир. Они же не Сталину памятник ставят. Они ставят памятник равноапостольному князю Владимиру. Это наш князь. Что здесь такого? Что здесь плохого в этом? Ну, что? То, что они отмечают 1000 лет со дня его смерти. Ну, так мы же тоже отмечаем, правильно? То, что они более пышнее отмечают. Ну, бывает. К чему все это? Вот к чему все это злорадство? Зачем вы постоянно заглядываете через забор к соседу? Конечно, сейчас скажут, а это они тоже к нам заглядывают. Ну, получается, что вы такие же, получается, правильно? В общем, эта история не нова. И я уже повторяюсь, я уже говорил когда-то и по поводу Евровидения, и по поводу отношения к чужим победам. Не будем повторяться. Будем добрее. Счастья всем, мира и благоразумия.